пистоле. Угу. Это обычный пистон для револьвера. Ты еще всего не знаешь, он должен выглядеть мощно. А как мощно? Ну как он так? Объемный, сильный, крепкий. Что такое? Да? У меня есть подозрение, будто бы этим источником подпитывается кубик. Какой кубик? Ты еще всего не знаешь. Узнаем по ходу. Только вообще ты хотел найти его один. Один? Хм. Интересно. Значит, решено. Ищем источник питания этой красной машины. Тогда проблема решится сама собой, потому что мы не знаем, как включить тебе такую безопасность. Угу. Ну что ж, раз так, то давайте отыщем ее. Давайте. Начнем он с той полки. Что такое? Там токадокс и металл. Действительно. Что же нам теперь делать? Может, они тоже решили его отыскать? Тогда проблема решается само собой. Я сбегаю за пластырем кардак. Ха. Я говорил, тебе надо было его взять, а ты... не захотел. Ну, прости, ошибся. Пойду заберу его. Ребят, я иду к вам. Ребята, красной машины нет! Ребята, вы в порядке? В чем дело? А? Да. В порядке. Алла, ты в порядке? Да. Вот так, где мой метатель? Не знаю. Мой бластер кардак пропал! Не бойся, вот он. Спасибо тебе, крайний. Ты пустой.